когда я буду умирать совсем один, в пустой квартире, без детей и жен, пошлет за мною брата господин доставить мою душу на рожон. Брат за руку возьмет, как я его, с цветами провожая в первый класс. На этом свете старший был хозяином. На том давно местами поменяли нас. О, Боже, как же сильно захочу, чтоб дочерью был фильм не содеян. Про то, как скорой помощи врачу качало сердце скорое в Сиднее. Про то, как за престижный «Мерседес» давился кровью, харкая в очко. Про то, как отоваривал невест из темных кухонь, выходя бочком. В пустой квартире, съемной, без друзей, ее опустошивших от бухла, в блевоте неоставленных газет, пытаясь крохи отыскать тепла, я думал лишь о том, как жить и петь мне, а не о том, что будет после смерти. Доделанный безжалостным резцом, оставившим известные изъяны, я не скрывал избитое лицо, зализывая мокнущие раны. К чему? Давно известно всем и вся, что люди, как животные, нечисты. Врачи, президенты и артисты. У каждого из нас есть свой косяк. В пустой квартире, уходя один, я заклинаю близких и любимых. Свечей не надо. Если был любим, огней не жгите. Мне хватало дыма. Вы вознесите матери хвалу за то, что родила и отболела. За то, что выгнать из дому не смело, когда я растекался по столу, стонал и извивался на полу от матерщины, уставая ртом и телом. В пустой квартире все, что заслужил, и девочка. Подъехать не успела. Успела бы, возможно, был бы жив. Она реально этого хотела. Когда отсюда валишь в 42, хороший возраст, все как на ладони. И, кажется, прокатит, не догонят, бежит от силы кругом голова. Догонят, друг мой. Возраст ни при чем. Мы все мишени, ростовые, в тире. На мне сейчас Господь сдает зачет. На съемной, центровой, пустой квартире.